становлюсь немножечко я суеверным. Какая-то нездоровая фигня происходит с тех пор, как я начал выкладывать ролики об открытии пивоварни. Все что-то мешает. А недавно какая-то вообще чертовщина начала происходить. Во-первых, брата жены ограбили, проломили череп, отвезли в неотложку скорая, он там в коме лежал. Все бросил, мотался по больницам, лекарства, все дела. Не выжил, умер. Похоронили на празднике. Пока мотался на машине, вытекли тормоза, лопнула трубка тормозного шланга. Слава богу, успел доехать до гаража, уже закатился в гараж без тормозов, на ручнике. Одно к одному. И вчера добили меня мои арендодатели. Они отказали мне в аренде того помещения, которое я снимал. 3 недели мы согласовывали договор. Уступали друг другу по пунктам, что не угодно ему, что не устраивает меня. Вроде сошлись на всем. Вчера должен был быть подписание договора. Он, директор этого АТП, упирается в один пункт. В этом пункте написано, что он имеет право поднять арендную плату, но не выше, чем уровень инфляции на данный день. Он уперся, говорит, убирайте этот пункт, он не нужен. Я говорю, в смысле? Ну, в смысле, что мы можем просто поднимать арендную плату и все. Я говорю, ну извините, как так? Мы сейчас въедем в помещение, сделаем ремонт, оборудование привезем, а вы нам лупанете по $50 за квадрат, и нам деваться некуда будет. Да нет, все нормально будет, я не подниму. Ну давайте ограничим в договоре это, оговорим. Нет, убирайте этот пункт и все. Уперся рогом, не захотел. Я говорю, давайте как-то другими вариантами. Ну, надо немножко ограничения сделать, чтобы был упор, до которого вы можете поднимать арендную плату, потому что нам деваться будет некуда. Нет, не захотел, сказал, какие-то вы стрёмные ребята, и я не сдаю больше помещение. До свидания. Я говорю, ну так люди вообще не поступают. Мы 3 недели с вами договаривались, вы в день подписания мне вот такое вываливаете. Я, говорит, понимаю, но все равно до свидания. Так что срочно ищем в авральном темпе новое помещение. Дел полно. Вот. И надо успеть, потому что за оборудование мы предоплату проплатили. Нам оборудование должно через месяц уже сделано быть. Спасибо ребятам, производителям с Пивояра. Объяснил ситуацию. Они сказали, без проблем, вошли в положение. Говорят, мы приготовим ваше оборудование, поставим у себя в цеху, и оно, то есть, подождет свободно, не торопитесь, ни власти, ни в какие там авантюры непонятные, аренды, вот, ищите уже нормально, вот. За нами проблем не будет. Ну, спасибо, ребята, выручаете, так что мы будем сейчас искать в быстреньком режиме, но аккуратно, новое помещение, вот, все продолжается. Жизнь продолжается, все нормально будет. Но я извиняюсь и пока видео про пивоварню снимать не буду. Буду снимать, потом уже как все закончится, я думаю, там выложу кое-какие видео. Но пока процесс идет, так что все нормально. Держимся,
Вот, спасибо вам за поддержку. Кто не желает нам добра, фиг вам, что получится, все у нас получится. Так что всем доброжелательно спасибо, всем подписчикам спасибо. Быть добру, все, счастливо.